Всем привет, ребята, Акулята на связи, Викуленок. Прошу прощения за столь долгое отсутствие, но на это были важные причины. Умер очень близкий мне человек, поэтому ролики теперь даются с большим трудом. Но я здесь для того, чтобы сообщить вам очень интересную новость о том, что скоро в Adopt Me может появиться новое освещение. Подробности после коротенькой рекламы, не переключайся. А спонсором этого видео выступает сайт RBX3. Сайт, где робоксы всегда в наличии и курс выгодный. За 1 рубль вы получаете 2 робокса. На сайте множество методов оплаты, которые подходят для жителей всех стран в разных валютах. Также у сайта есть телеграм-канал, где регулярно проходят конкурсы на бесплатные робоксы. Там ты найдешь множество конкурсов, маленьких и больших. Вступай и обязательно выиграешь. Ссылки на сайт и на телеграм-канал у меня в закрепленном комментарии. Знай свою выгоду. На зарубежных серверах некоторые игроки видели очень странную странность. Ночью, когда большинство игроков спят, Adopt Me иногда светится очень странным светом. Будто бы ночь становится ярче, и в то же время вроде бы как будто настилается туман. Внимание на экран, посмотрите на скриншоты, которые удалось сделать тем игрокам, которые заметили это явление. Сами видите, что Adopt Me светится, да, немного по-другому. У него некая другая атмосфера ночная, согласитесь. Я думаю, на это стоит обратить внимание, потому что разработчики, видимо, что-то экспериментируют и смотрят, наверное, как на это реагируют игроки. Все бы ничего, но такое явление некоторые игроки словили даже днем. Посмотрите внимание на скрин. И днем тоже становится очень ярко, и при этом как некая туманность находит на Adopt Me. Поэтому, ребятки, неужели после хэллоуинского обновления нас ждет такое обновление, как обновление цвета, света, тумана в Adopt Me? Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли паниковать? Потому что, если честно, настоящий Adopt Me мне нравится больше. Я бы не хотела, чтобы в Adopt Me была такая вот туманная обстановка. А вы? Пишите все, пишите в комментариях. Я стараюсь сейчас постепенно погружаться в мир Роблокса. Я еще ни разу не играла в хэллоуинское обновление. Сейчас все для меня ново. Буду стараться что-то искать для вас, какой-то контент интересный. Поэтому, ребятушки, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм, и мы обязательно с вами еще увидимся. Постараюсь как можно скорее сделать для вас еще какие-то выпуски. Рада была быть с вами. Еще увидимся. Всем пока-пока.